Всем привет! Сегодня расскажу еще об одном цитрусе, называется лимон юзу. Я его приобрел в июле этого года. По-моему, даже было видео с распаковкой. Я его пересадил на автополив, и он выдал первые свои приросты. Вот. Видно, что он еще адаптируется к автополиву, потому что цвет немножко неровный. Вот. В остальном же растение уже... Ну, точно уже не выпадет. То есть видно, что адаптация проходит успешно. Пока еще не прошла, но проходит успешно. Растение на штамбике привито на волкомериану. Было по хорошей скидке, прямо по очень хорошей. Я его взял. Это был 16-й горшок. Вот, я думаю, тем, кто увлекается цитрусами, уже понятно, откуда я его взял и почем. Так, что еще можно сказать? Изначальные листики маленькие, которые вот они приехали из Италии, там откуда-то. Вот сейчас листья у него уже нормального размера. Единственное, что он растет раскоряк, он будет тяжеловато его формировать. У растения есть колючки. Это тоже немножко проблем добавит. Но по описанию это такой сорт, который я хочу иметь у себя в коллекции. Что о нем можно сказать? Это вроде как гибрид. Растет он изначально в Японии. Там его используют очень активно в кулинарии. Затем он переехал в Европу. И в Европе тоже он нашел популярность. Вот. По виду это желтый обычный лимон такой. Очень ароматная у него кожура. Очень ароматная должна быть мякоть. По вкусу это должен быть... Ну, мне пока не очень понятно, что там должен быть за вкус такой. По описанию это как бы лимон. А у блогеров других я читал, что вкус у него... концентрированный, кислый и сладкий одновременно. То есть такой. Это, конечно же, зависит от условий. Не факт, что у меня это такое будет. Вот. Но, тем не менее, очень хочу его попробовать. Еще один плюс у этого растения, то, что он является очень хорошим подвоем. Он дает карликовость цитрусам. На него прививают в Европе. Не сильно много, но прививает. В плоде должно быть так немало семян. Но вот это вот его используют в подвое. Что еще можно сказать? Растение, в принципе, тоже более-менее декоративное, если не считать прям вот этих колючек. Есть крылатка такая. Вот. А, еще он очень морозостойкий, там чуть ли не до минус 12 выдерживает. Вроде там кто-то в Крыму в открытом грунте его пытался растить. Точно не помню, но я видел запись. Вот. Этот экземпляр, скорее всего, поедет на дачу. А себе я дома оставлю черенок, куда-нибудь привью в какой-нибудь другой лимон. Дерево-сад. Так. Ну, я его поливал, по-моему, вчера, поэтому здесь немного мокрое. Шейка была заглубленная, пришлось прямо раскопать очень хорошо. Вот. Горшок у него средний. Это примерно 2,5 литра внутренняя часть, внешняя 5,5. Ну, на этом, наверное, все. Всем спасибо. Всем пока.